Так, сегодня у нас вот такой экземплярчик. Вот такая вот точила. 62 тысячи майлов пробег. Производство Италия. Альфа Ромео, Джулия. В общем, это настоящий утопленник. И он у нас, ну вот, смотрите, как бы, да, тут уже его пробовали, видимо, там заводить, не заводить. Но, в принципе, вот, вот оно смывается. В общем-то, ну, налет есть, да, налет есть. Что-то такое тут произошло, вода тут присутствовала. Но не глобально, не глобально. Даже не... Ну, то есть, вот оно какое-то желтое, вот почему-то что-то стрельнуло. Не знаю, что тут вообще получилось. Надо будет поспрашивать у людей, что это вот такое за желтая фигня. Вот. Если кто знает, напишите в комментариях. Ну ладно, на этом закончим.